Всем привет, мои дорогие друзья. Посмотрите, у какой локации я вас сегодня встречаю. Да, это Минск. Я уже писала в сообществе, если кто-то, конечно, туда заходил, но некоторые заходят, что я отправилась в Минск на целую неделю, чтобы поснимать вам разную-разную красоту. И хоть я вас встретила у центральной библиотеки, но этот ролик будет не про библиотеку. Я просто здесь оставила машину, потому что здесь очень большая парковка, и наверняка реально оставить машину. А я отправляюсь в центр, и я побоялась, что я там просто не найду места для парковки. Я же не знаю Минск. Поэтому, думаю, лучше-ка я доеду туда на метро. Поехали. Да, конечно, хоть в Минске совсем не новогодняя погода, нет абсолютно снега и даже иногда идет дождь, но, тем не менее, рождественское настроение здесь создается, а также новогоднее, конечно же. Пойдемте смотреть. Знаете, друзья, внутри все очень, конечно, красиво. Но почему-то нет людей. Здесь есть гардероб, касса. Вход платный, 35 рублей. Ну, в общем, не знаю. Идемте смотреть. Ребята! Вот это да! В общем, мне дали тут какой-то браслетик еще. Сказали, что Дед Мороз тут мне что-то приготовил. Ладно. Я даже не знаю, куда начинать бежать в первую очередь. Друзья, меня поймали и срочно сказали бежать на третий этаж, потому что там что-то начинается. Бегу! Что-то здесь должно сейчас начаться. Интересно. То есть я вовремя приехала. Ждала-ждала, так ничто там не начали. Я спустилась обратно, чтобы поснимать вам пока фотозоны. Задумка здесь такая. Можно в каждом, в таком вот отсеке, не знаю, в общем, в каждой фотозоне сделать какую-то интересную фотографию. Видите, как придумали? Наверное, самое интересное – это вот здесь. Заходишь, и тебя сразу становится много-много. Вот так вот, купая. Всем привет, дорогие мои друзья! Смотрите сразу, сколько бабы Тани получается. Огромное количество. Ощущение, что ты в окружении клонов. А вот здесь, между прочим, можно отправить открытку.
Поздравления с Рождеством и с Новым годом. Такое почтовое отделение. Началось там, кажется, на третьем этаже. Каждый день здесь есть такое расписание различных представлений, игр.
А я пришла еще в одну локацию, и здесь людей гораздо больше. Но уже и не рабочий день, уже конец дня. Естественно, уже люди с работы освободились и пошли гулять. Вот такая прекраснейшая инсталляция здесь сделана. И это торговый центр Dana Mall. И я так думаю, что здесь обязательно нужно побывать с детьми, погулять, посмотреть, словно оказываетесь в сказочном лесу. Но к символу Беларуси стоит очередь, чтобы его потрогать. В Беларуси мне 500 годов. Я ведаю все про все на свете. То зараз расповяду вам легенду про Зюзю Паазерского, який, однак, еще старейший за меня. Тук-тук-тук стукнул Зюзя шаровной булавой по земли, и весь свет замер. Ну вот, друзья, и подошел мой первый день в Минске. Надеюсь, я создала вам новогоднее настроение. Себе я его создала. Ну, я с вами не прощаюсь. Скоро будет новый ролик. Далеко не уходите. Всех люблю, целую. Всем до новых встреч.